А вот говорится, что нужно как-то испытывать духовного учителя. Как это делать и что это значит? Ну, вопрос от меня, да. И надо ли это делать, да? Благодарю за ответ. Да, Санатана Госвами говорит в Хари Бхакти Виласе, что ученик должен испытывать гуру, а гуру ученика на протяжении года. Этот же срок приписывается мужчине и женщине перед тем, как вступать в брак. В цивилизованном обществе мужчины и женщины они не вступают в половые отношения до брака. И вот этот период, скажем так, некого изучения друг друга нужен для того, чтобы люди поняли, насколько их темперамент сходится. Почему именно год? Потому что год — это некий цикл для ума человека. Точно так же, как есть внешние циклы, есть внутренние циклы. Внешний цикл, да, весна, лето, осень, зима, утро, день, вечер, ночь. Точно так же есть внутренние циклы. Год — это минимальное время, за которое психика человека к чему-то привыкает. Поэтому если на протяжении года вы чувствуете, что вы не готовы полностью посвятить свою жизнь этому человеку, если на протяжении года, наблюдая за то, каким образом он себя ведет, вы не развили доверие к нему, то лучше не строить отношения ни с мужем, ни с женой, ни с духовным учителем. А как мы проверяем? Ну, понимаете, это утверждение Санатаны Госвами, оно было сделано из определенной традиции, ситуации. Раньше учителя играли, искали не на другом континенте, а в своей деревне. И человек мог видеть человека, мог наблюдать за человеком, видеть, как он себя ведет, как живет. В нашем случае мне даже сложно сказать, как это делать. Но попытаться побыть какое-то время рядом, попытаться лично пообщаться. Но главное — это слушать. Учителя выбирает ушами. И учителя принимает духовного не для того, чтобы он мои проблемы решал, а чтобы я служил ему. Благодаря этому служению ему он может раскрыть мне Бога. Хари Кришна, дорогие преданные. Хари Кришна, примите наши поклоны. Это Нарайни Радха. Это Манджари Махима, и мы вместе занимаемся интернет-санкиртаной на Валберес. Мы распространяли книги на улице долгое время и решили автоматизировать этот процесс, составили список магазинов, через которые можно попробовать распространять книги, и первым оказался Валберес. И он стал занимать практически все наше время, потому что это очень объемный маркетплейс, там распространяется огромное количество книг. Только Бхагавад-гиту около 7 тысяч уже люди выкупили за 1.5 года. В целом распространено более 42 тысяч книг. Мы хотим пригласить вас стать членом команды интернет-санкиртаны. Мы поддерживаем низкую стоимость на Валберес, чтобы эти книги распространялись. При низкой цене распространение увеличивается в несколько раз. Но чтобы поддерживать цену на таком уровне, нам необходимо ваше участие. Если вы домохозяйка или вы бизнесмен, у вас нет времени, вы можете просто выкупать книги, и от вашего лица они будут автоматизированно распространяться на Валберес. Поэтому присоединяйтесь к нашей команде, становитесь членом интернет-санкиртаны и давайте распространять книги вместе.